Уважаемые дамы и господа, промоутерская компания «Мир бокса» Марку Валера, Доминикан Републик! Вот он. Дмитрий Буйвол! Дмитрий Буйвол, выпускник. Один из вопросов. Ну, уезжает вместе со своим тренером. Да, смотрится таким, знаете, настоящим лайт-хэви. Удары. Высокий, мощный. Ставит на место, но я думаю, что такого, как Бивол... Посмотрите, вот на эти... Мы знаем, он это делает. Достаточно всегда непросто приспособиться так. Бивол его отражает и наносит свой. Вот еще раз. Хорошая атака, пошел. Блокирует удары, смотрит и создает такое. Удалось вывести Дмитрия Бивола из себя. Не ведется на эти. Джеб достигает. Опять нашутит Джеб. Очень хороший раунд Бивол провел Феликса Валеры, который Бивол, чем он вообще выглядит в этом весе, если можно элегантно, да, элегантно останавливал. Понимаю, напоминаю, он выступал в категории до 75. Вот. Ох, справа сейчас. Если это смог сделать Каштанов, это может сделать Бивол. Мощные длиннорукие. Феликс пристроится. Техники к передвижению. Хорошо. Это был хорошо. Засчитан. Рефери не открыл счет. Здорово. И снова в атаке Бивол. Здорово. Молодец. Очень свежо выглядит. Видно, функционально готов. Вцепился в соперника. Молодец. Левый сбоку. Хорошо. Летят руки у Димы. Молодец. WBA в полутяжелом весе. Он продолжает разбивать Феликса Валеру. Только за счет правильного передвижения. И веса. И этим... И насколько хорошо, сок. Без лишних движений. Ответов на эти вопросы пока нету. Левый сбоку бросает. Вот Дмитрию надо немножечко присмотреться. Как атаку, наверное, с корпуса. Фантастичный. Очень своевременно. Биллу было бы хорошо начать с корпуса. Прям вот с корпуса. Да, левый пытается выбрасывать нас. Справа начал. Левый лопал. Да, Биллу хорошо. Раздергивать, раскачивать его. Хороший снова. Точное попадание. Справа лопал. Очень плотно Дмитрий Бивол попал. Очень плотно. И еще раз попадает справа. Вяжет, идет в ближний бой. Очень тяжелым состоянии сейчас доминиканец. Очень. Оно становится ближе. Можно... Не думал. Просто как будто... Вот. Да, это признак боксера высокого уровня. Таким же фирменным дивизионом. Пытается искать, пытается что-то находить. Победил Дмитрий Бивол. Да и как он себя ведет. Паники нету. Удар у доминиканца. Может нанести его из такой позиции, из которой вроде бы... Так. Ну в туловище бы. Вот так. Хорошо, забывает про переднюю руку, нет? Валера остался. И удар в корпус нужно заканчивать. Конечно. В туловище. Перестал бить в корпус. Бить насквозь своего соперника. Пустил. Вот я как раз и хотел задать вопрос, а стоит... 15 секунд всего до гонга. Динки с Каштановым. Здорово, лево сбоку. Справа боковое. Hey.
Это, знаете, тоже с него можно подойти и ударить. Пускает уже. Сразу происходят некоторые паузы. Да, иди уже ждет. Уже ждет. Хорошо сейчас на лупу, передний, боковой. Нужно бить в грудь, нужно бить в середину. Феликс Валера. Все справа. Видит. Опять прямой правый сбоку. Повторный. Мне кажется, пошло. Тем все более... идет хорошо. Да, тем более имеешь. Вот здорово, здорово в счете. Великолепно. Бросится ли на добивание? Туда, атакует. Туда. Здорово. Здорово. На ногах. Еле стоит американец. Слева цепляется. Опасно, опасно навстречу. Аккуратненько. Терпит. Терпит до последнего. Рефери может вмешаться сейчас. В Доминиканской республике мы это видим. Мне кажется. Ох, слева попадает. Тот удар, ему надо передохнуть. Ох, слева сбоку стоит Валера, боже мой! И как же он стоит, Валера? Достал, достал, достал. Разговора нет. Вот это отмахивается. И опять держится. Это очень высококлассный бой. А зачем тебе сейчас это надо, я не пойму. Тоже все-таки... На сейчас он выбросил... Очень. Дмитрий пока на паузе, он смотрит. Шансы могут быть равны. Поэтому мне непонятно. Левый сбоку нужно ждать. Нужно его коррекции. Начинает нравиться то, что он делает. И пошел вперед достаточно уверенно. Вот так, вот так. Будет пытаться забрать раунд. Вот здесь, да. Надо садить, надо обязательно садить. Хорошие комбинации Бивова. Чемпионский раунд, совершенно верно. Ой, хорошо. Да. Махание руками он убрал, руки к голове. Очень пригодились бы Биола. Вот так. Вот он и делает это, чтобы он терял цель. Причем на грани там в пояс попадает. Вот хорошо. Встретил, Нагиев встретил справа. Еще раз справа наносит Биол удар. И комбинация. Идет в... Рассечение, опять же, неприятное у него. Хорошо, навстречу. И вот сейчас. Приходит. Уклонялся корпусом. В корпус, Дима, в корпус. Туда, в корпус. Конечно. Нужно. Здорово. Корпус не ударит, а? Немножко зациклился, хочет нокаутировать и почему-то в голову. Первый раз 12 раундов. Нокаут в шестом раунде, по-моему, да? Эпизодов, я бы так сказал. Но в любом случае, Феликс Валера – это боксер, боец очень, безусловно. И поймать эти ощущения, каковы. Да, вот, да, вот это подтверждается. Полминуты до конца боя. Все хорошо, все получается. Левый боковой. А-а-а. Еще раз. И еще комбинация. Голова в сторону. Очень хороший боксер. И он заслуживает. Всемирная боксерская ассоциация.